Здорово, ребятушки! С вами Оландушки, и сегодня мы будем смотреть вот на это. Эту милую штукенцию мы привезли как сувенир из недавней поездки. Не понимаю, это просто очередной эмулятор, и в SNES в наши дни на чем только не играют. Ну, согласитесь, подобный экземпляр будет чудесно смотреться на полочке любого коллекционера странностей. К тому же, этот малыш не так прост. В комплекте идут два геймпада и, о ужас, тюльпаны для подключения к телевизору, если им еще кто-то пользуется. Да, понимаю, идея бредовая, однако плюс за старание. Внутри полно классики, да вы и сами видите, какие игрушки заключены в столь эксцентричную оболочку. Этот милаха просто создан, чтобы привлекать внимание и вызывать улыбку. Пишите, что думаете о подобном формате? Как консоли, так и новых роликов. У нас много необычной дичи, которую мы хотим вам показать. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих выпусках. А пока что всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.